продолжим. Магазин Метро. Ну, стандарт. Зубровка. Это уже водочки идут. Я не знаю, я, в принципе, водку вот такую особо не пью. Просто, опять же, может быть, кому-то будет интересно. Зубровка, ну, польские, они прекрасные водки. Цена 13,99, 6,30, 6,5 евро. Ну, бренд столичный. 21 Смирнов в коробке с соком, с чем-то, 24. Просто показываю цены по водкам немножко. Абсолют, ваниль. Опять же, видите, одна бутылка 20. Если берете больше лев, если берете больше 6, то по 15,5. Абсолют. В Болгарии очень дешевый алкоголь, потому что, скорее всего, здесь очень маленькие акцизы. Белуга литровая. Белуга литровая, опять же, видите, ну, дорогая водка. Жалко денег, честно скажу вам, на эту отраву. Алкоголь, друзья, вредит вашему здоровью. Делаю вот так маленький проход, просто не очень удобно идти. Это джины. Джины вообще не пью. Отрава для меня, Гордонск. Ну, кто-то любит. Вот. Ну, вот отделы. Вот то, что, в принципе, очень мало кто любит, а мне нравится, это уза. Уза греческая. Мастика. Это болгарский напиток. Но это все анисовые водки. Это анисовые водки. Я люблю анисовую водку. Но сегодня у нас вискарь. Вот, паламари очень... Уза Паламари. Сколько стоит? Опять же, одна бутылка 19, это литр 750 грамм, 19,79. А если вы берете 6, по 15,49. Ну, честно сказать, ребят, большой разницы я не увидел среди обычных супермаркетов. Просто чем хорошо, это очень большой выбор. Все. Заканчиваю обзор алкоголя. Повторяю, что алкоголь вредит вашему здоровью. Хорошего дня.